Всем здорово, здорово, дорогие друзья. С вами канал Травяном. И сегодня у нас, так скажем, не обращайте внимания, называется такая тема на сегодня. Это дикий трэш. Тот самый дикий трэш, который произошел, по-моему, где-то в 2016 году. Судя по картинке, группа экстремального продвижения узнает, что это за ролик. Да, ребят, это тот самый ролик. И это я записываю вот эту всю настолько шмарную историю с того времени, 16-го года, для тех, кто не знал, что происходило на трассе. Это реально просто кошмар. Вам, ребят, стоит на это посмотреть. Я, конечно, все понимаю, что сейчас вы начнете спойлерить то, что типа... Санек, зачем ты опять снимаешь, вспоминаешь про это дерьмо, которое происходило? Мы не хотим знать о том, что было, и не хотим вспоминать об этом. Но все же это в голове осталось. Да, ребят, вы этого никак не справите. То есть, типа, забыть раз и навсегда то, что это было когда-то, это бесполезно. Я пробовал, все равно так и осталось. Это тот сам страх, когда я просто психанул и сделал это. Ну что, давайте начнем потихоньку. Поехали. Блять, пришли на нашу трассу и узнали, что тут вот этот уебан, блядь, картавый хуй. Да, ребят. Поставил, блядь, деревянный вылет, ну Никита, конечно, к нему уже. Тру вылет, пацаны. Это какая-то непонятная гребенка. Нет, где диван? Это на самом деле. Диван, у нас есть диван. Диван? Это, короче, была типа стоянка для велосипедов, типа там такие входы небольшие, что можно было вот. Ямку так велик поставил, и он не падает, никуда не девается, но это, короче, надо делать все из дерева, забивать, вставлять туда в землю, чтобы было все красиво, но, короче, лень это делать, это всем лень делать, чтобы трасса максимально была обалденная, красивая, со всякими такими офигенными штуками, стоянками, лавочками, где можно передохнуть, но это... не для этой трассы, то есть это все строится для тех трасс, которые очень длинные, то есть там где ты едешь, у тебя руки капец как устают, жопа болит, хочется передохнуть, и все же хочется присесть, и тут рядышком лавочка, да, мечта каждого райдера, но нет, эта трасса не... намного короче, чем вы думаете. Максимально быстро проезд эта трасса минута 20 секунд. Я проезжаю 2 минуты 30 секунд. Но глупые могут проехать за минуту 20. Даже чуть-чуть больше, там максимум минута 40, где-то так, если использовать при этом змейку. Да, ребят. Я, конечно, все понимаю, что сейчас Никита, Данил, там, не знаю, Данила я сейчас давно уже не вижу, что он тут катает. Коля тоже сейчас скажет: Санёк, нахера ты это снимаешь снова? Просто зачем? Зачем ты нам это показываешь? Мы не хотим этого помнить. Да, ребят, я просто снимаю этот очередной трэш, который мы знали те, кто сейчас видит эти трэвелиты. Что я сейчас сказал? Это просто ты сам какой-то лютый чел. Да, на самом деле сейчас вы увидите, что происходит дальше. Короче, дальше у нас диван. Поехали. Не отличаешь от фигни какой-то. Это удобно. Диван. В общем. Нормально идем. Вот здесь вот вылет был земляной. Мне, короче, вот было лень достраиваться. И он взял, просто его счистил в яму. Я поставил деревянный. Идем дальше. Не, вы нафиг.
Мне не нравилась эта большая яма. Дальше, самое здесь смешное. Просто охеренный радиус. Просто охеренный радиус. Радиус. Ни хрена. А, так сказать, разгон. Единственное, что не тронуло. Да, кстати. Идем дальше. Заметьте, то, что... Какой у нас тут вылет? То есть... Какой у нас вылет? Как, насколько он низкий стал, посмотрите. Он такой прям... Короче, он низкий. И он так и остался таким, как он и был. То есть, если вы смотрите так, и сейчас вы сходите на трассу и посмотрите, какой он сейчас. То бишь, я скажу, что... Ну, там вылет немножко чуть выше стоит. Да, я его на самом деле немножко подкопал, что он выше стал. Глеб его подкапывали, чтобы он был чуть-чуть ровнее, нормально, повыше. Но на самом деле на этом ролике этот вылет стал ниже, чем 1 метр. И даже, я не знаю, сколько там, 40... Короче, 30, 40, 45 сантиметров. Это почти полметра. Блин. Я не знаю, как это вам объяснить. Короче, ниже вот этой вот фигни, которую вы сейчас видите, это было примерно так вот. Половина стула. Ниже моей спинки. Короче, это где-то было вот так вот. Ну, вот так вот. Короче, так стол. Ясно, все. Логично. Высота стола. Да, это была высота стола, ребят, посмотрите, что за хрень. И вон там яма такую я выкопал, просто жесть. Что я там навыкапывал там, вот это, что за вылет стоит? Да, и вот это вот волосня, которую вы сейчас видите, травяную вот рядом. Ну, вот эта фигня, которая, да. Вы сейчас видите, она как бы, на то, что я руку сейчас указываю, вы видите вот это вот обрезанная трава, сильно-зеленая. Этой штуковины сейчас нет. Это была, то есть, одна из опасных штук, в которые можно было только врезаться. Капец, я ее убрал, чтобы не было, то есть... чтоб какой-нибудь, допустим, новичок мог прыгнуть и успеть, типа, я не знаю, ну, короче, чтобы этой фигни не было, новичок мог просто вот так взять и выехать свободно с трассы, то есть с линии просто раз такой выехал в строй. Вот та вот яма, которую сейчас вы видите, вот ту, которую я нахрен выкопал, ее нету, я ее заровнял. Я ее еле заровнял, чтобы вы понимали. Еле-еле. Здесь был просто охеренный радиус. Просто охеренный, да, охеренный радиус. Радиус, я понимаю. Его нету. И сейчас вылет снова стоит. Вот это все откопано до приземки. Идем дальше. Дальше самое смешное. Мы можем подниматься. Раз, тут уже, короче, лестница. Просто лестница, блин. Что за фигня? Посмотрите. Да, ребят. Посмотрите, какой здесь подъем. Санек. Ты в своем уме. Чтоб вы понимали. Это самый узкий подъем, насколько вы могли бы видеть. Я вам скажу, сколько это. Возьмите рулетку и отмерьте 40 типа сантиметров или что-то на нас. Да, 40 сантиметров. Короче, вот у меня линейка. Вот это вот 20. Подождите, стоп. 20. Так, 20. Там у нас. Так, 20. Раз.
40-х и 2. Не, это что-то мало. Там 60 было точно. Да, вот 40. Потом мы еще отмеряем. 60. Чего? Там 60. Да не может быть, чтобы вот так вот. Да ладно. Да, там было действительно не 40, а 60 сантиметров, короче. Это примерно вот так вот. Да, это было примерно вот. Что это просто капец какой-то. Веди отсюда. Короче, вот так вот это было. 60 сантиметров, действительно. Это самый узкий приземь, который я бы только в жизни не строил. Объясню, почему у меня именно это так получилось. Во-первых. Во-первых. Сложно объяснить. Короче. Во-первых, просто пипец. Уже 10 раз сказал слово, во-первых. Первое. Пипец. Короче, во-первых, я не мог вылет сделать как можно шире. Он во время стройки, он у меня постоянно поднимался все выше и выше. Я не мог его растянуть никак лопатой. Все накладываю, земля начинает вот так рассыпаться, и я не могу ее вот так вот выставить ровно. У меня этого не получалось, во-первых, никак. Я нашел место, где я начал практиковаться со стройками вылетов. То есть я взял один вылет и начал делать приземку. То есть, чтобы сделать приземку, вы должны были сначала насыпать ширину приземки. Сразу, максимально большую ширину приземки. И начинаю по краям насыпать именно туда же, куда я должна была насыпать земля. После чего вы должны были насыпать вот эту фигню. И уже тогда вы засыпаете вот так вот. И у вас получится за этим широкая приземка. Если вы хотите максимально, я не знаю, вот такую маленькую приземку, то бишь короткую. Не в ширину. Ширина пускай будет самая, я не знаю. Короче, я не знаю, сколько вы хотите делать эту ширину максимально длинной, но при этом короткий вылет. Это сделать гораздо проще. Вы просто должны будете насыпать бугор в виде выкопанной канавы или что-то подобное. Короче, я не умел строить приземки. И в итоге у меня получилась 60-сантиметровая приземка, настолько хреновая. Мне лень было вот это вот доделывать, за что я и поставил сюда деревянный вылет. Второе. Посмотрите строение моего деревянного вылета. Ребята, это просто капец. Как я поставил доски, чтобы забить сверху доски. Смотрите. Доски должны быть у меня максимально стоять вот так вот. А не вот так вот. Ну да, вот я сейчас палец вот сюда вот вам подсуну. Вот. Я вам подсовываю сюда, да? Сейчас чуть выше. Да, вот видите, как у меня доска стоит вот так вот. Она должна была стоять максимально вот так вот. Чтобы можно было сверху вот так вот пробить доски. Дальше. Это пипец как сложно объяснять, но я записываю это специально. Короче, это ролик сделан за тем, чтобы вы посмотрели его и поняли, насколько я сильно изменился с тех пор, как я сломал три вылета в 2016 году. По-моему, это в 2015 было, хотя нет, в 16-м, потому что в 16-м я помню, что третий вылет был только построен. Причем осенью. Да, ребята тогда делали в 16-м году, осенью, в начале, по-моему, третий вылет они сделали. Я уже 15 минут разговариваю с вами, объясняю про эту приземку. Короче.
доски, ножки, которые стоят, которые должны были держать вылет. Ножки, чтобы... Я объяснил вам правильно. Короче, они должны были стоять не снизу, вот так вот, а сбоку они должны были прибиты. То есть сбоку прибиваешь, так вылет стоит намного крепче, чем вот так вот. Хотя, может, и кто-то скажет, что так намного крепче, но есть один минус. Во-первых, я его настолько неправильно поставил, что гвозди сверху было уже сбивать некуда. Я забил сверху гвозди, снизу на вылет, да? На ножке. И дальше мне нужно было еще одну доску положить. А куда я буду забивать? Все дырки заполнены. Уже 9 было гвозди некуда. Я настолько неправильно строил вылеты, что это просто было ужасно смотреть на это. В-третьих, зачем я предложил вот эти вот, дощечки, которые лежат под вылетом? Самое смешное, не угадайте. Затем, чтобы не провалиться в яму. Чтобы вы понимали. Чтобы не провалиться в яму. Санёк, ты просто гений. Вылет у тебя настолько узкий, большой, ты положил какие-то 4 дощечки на таком расстоянии, что колесо могло бы провалиться полностью в дырку. Это просто капец какой-то. Не, у меня есть еще один прикол в том, что сейчас третий вылет стоит намного выше. И при этом же, ребят, при этом же. Смотрите, где его приземка. Понимаете, да, где приземка стоит? Здесь, во-первых, этот маленький вылет кидал достаточно хорошо велик вверх, чтобы он пролетел как можно дальше. Я не знаю, зачем мне поставили вылет еще выше, если хватало вот этого вот маленького. Не знаю, я помню, что я когда подлетал, я приземлялся гораздо дальше этой приземки. Вот той вот, которая вот в конце самом стоит. Я приземлялся намного дальше. Я помню, это прекрасно. Я то есть спокойно разгоняюсь, еду такой. И просто велик взлетает очень высоко. Да, это было потрясающе. Вылет был маленький, хорош. Высота, еще раз объясняю, не имеет никакого значения. Я поставил полувысоту типа дигдроп, который стоит сейчас рядом с дигдропом. Дигдроп высотой 2 метра и 20 сантиметров. То бишь это почти мой рост, только в пол роста еще выше. Короче, они поставили такой высотой, чтобы типа можно было долетать до проземы. Но нет. Все происходит в моем стиле. То есть если опустить вылет на половину высоты ниже, так же как и стоит мой вылет, то дроп. Вы все равно долетите. Высота не имеет значения никакого, ребят. Еще раз объясняю, высота не имеет никакого значения. Это всего лишь скорость. Это всего лишь скорость. Все, больше ничего. Возможно, я даже и не прав. Просто напишите в комментариях. Возможно, я не прав. Про высоту, дальность полета. Я хрен пока знаю. Дальше. Сейчас смотрим дальше. Самое в конце будет самое смешное. Слушаем дальше. Вообще, короче. И самое главное, что вот это вылет шириной почти 2 метра, а там приземка шириной 40 сантиметров. 40, но там так, 60. И еще... А, стой, подождите, он сказал 40 сантиметров. Да, точно. Там полет вылета. То есть вылет. Приземка. Насколько далеко приземка стоит? На 40 сантиметров. Там у нас вот так вот, что ли?
Я пролетаю сейчас 2 метра. 2 метра. Максимум. 2,60. Точно. Я последний раз изменял все вылеты. Как я за последнее время стал далеко летать. Я, короче, рулетку взял. Я стал пролетать 2,60. Здесь 40. Короче, почему именно 40 здесь, на этом вылете? Потому что у меня велик был СССРский, советский, то бишь. И на нем не было никаких амортизаторов, чтобы так хорошо взлетать высоко и далеко. Да. Сейчас у меня такой особенный, нормальный велик, на котором можно практически пролететь какое-то определенное расстояние. Там уж 5 метров, ему ничего не будет. Рама крепкая, это возможно. Точно пока не знаю. Яма, в которой можно посрать. Ее можно перелететь на моем велике. Там больше 40 сантиметров. Тут идем дальше. Раз, ямки во всех сторонах откопал. Где только можно было бы тянуть землю. Это был полный трэш, короче. Сюда вообще все нормально. Все огонь. Это просто бомбил. Ребят, я исправился маленько. Я закопал эту яму. Кошка была. Не стал трогать. Этого долбоёба были вот такие маленькие вылеты. Вот, видите. Я не мог высоко прыгать раньше. И он решил не прыгать эту фигню, так как он маленький. Чистить наш вылет подчистую. Чтобы он их смог пулять, хоть. Да. Ну, такое себе. На самом деле я сейчас сделал вот что. Давайте сейчас мы еще раз внимательно посмотрим. Смотрите, где находится оригинальная земля. Вот первый куст идет. Вот деревянный вылет, да? Опускаемся глазами и видим сразу первый большой кустик, вот этот вот, с левой стороны. Не ниже, которая трава в самом низу, а самая верхняя вот эта вот травка. И это и есть та самая оригинальная высота земли, которая идет вот так вот изначально ровно, то есть до приземки. Короче, ребят, это самый трешовый ролик, который я сейчас смотрю и понимаю, что это просто какой-то капец. Зачем? Саня, зачем ты там копал вообще? Если ты понимал, что будет давать тебе по шеям. Просто зачем я выкапывал там? И вот этот вес треш, который я наделал там. Это просто капец. Ребят, на какой хрен я туда вообще полез, если я понимал, что гэп даст мне по шеям? Да, я понимал, что я хотел пыльнуть эти три вылета. Надо было поправить немножко приземку, но чтобы настолько... Да, ребят, я исправился. Но, во-первых, что бы я сейчас сделал, если бы мне сказали, там, допустим... Не, допустим, что бы я сейчас сделал? Во-первых, я бы не стал трогать приземку. Не стал бы ее сильно высоко поднимать. Не стал бы трогать вылеты, кроме первого. То бишь, первый можно было бы опустить немного ниже, то есть наполовину хотя бы. И сделать его настолько ровным, чтобы можно было на скорости идеально приземлять приземку. То бишь без всяких жестких ударов. Во-вторых, такой маленький вылет имеет значение полета как можно дальше. Не стоит высоко делать вылет. Это, я не знаю. И это даже если вы захотите сделать вылет.
если вы захотите, короче, прыгнуть как можно дальше, не обязательно вылет делать выше. Пускай он будет маленький, вам всего лишь нужно будет разогнаться максимально быстро. И просто прыгнуть, и вы поймете, что вы на таком вылете можете даже прыгнуть. На моих вылетах Андрей прыгает 6 метров. Чтобы вы понимали, 6 долбанных метров. Я столько нахрен не пролетаю. Не, ну если постараться, но есть один минус. А во-первых, на таких вылетах на скорости может вот так вот закинуть заднее колесо, и можно перевернуться, удариться об голову. Головой, то есть об землю. Все может, ребят, произойти. Прикиньте, если бы так это осталось, то все. Я бы, конечно, все это изменил бы, реально, просто вот. Я бы это все изменил. Сделал бы нормальным вылет, нормальным призем, нормальные все остальные вылеты. И можно было пробовать, как можно дальше приземлять. При этом оставив те самые высоты вылета, которые должны быть оставаться. Дальнейших временах. Короче, я не знаю, что я несу. Я сейчас сам какой-то не свой стал. Реально. Так, поехали дальше. Чтобы он их смог пулять, хотя у него были вот такие вылеты. Да. Ну, в общем, мне кажется, тут все ясно, слов больше нет. Вылет был сделан максимально качественно. Еще, кстати, смотрите. Очень качественно сделан был вылет. Очень качественно. На одну дощечку забил. Сань. Ты что, совсем что ли? Ты что, не мог еще с обеих сторон сделать еще по пару дощечек? Правильно, ребят. Объясню, почему я поставил дощечку. А потому что у меня закончились гвозди. Ясно. Поехали дальше. И тут вот такой радиус теперь охеренный. Размером с мою голову. Гениально. С такого вылета можно было пролететь еще дальше. Как бы это ни было. Но я бы тут, конечно, чуть-чуть повыше бы поставил. Да. Но не выше 1 метра, реально. Капец. Тащи сюда, будем сосиски жарить. Все, я принесу сосиски пожарам. Никитос просто любуется, вот там, что происходит. Ну что, ребят, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, как вам этот весь лютый трэш, который я исполнял в 2016 году. Да. Это тот самый момент, тем, как я прославился в ГЭП, как меня с того момента стали жутко ненавидеть. Видят меня сразу, гонят меня с этой трассы, это нереально. Да. Сейчас я жестко изменился. Да, и кстати, посмотрите, вот где сейчас стоит Коля, да? Там стоит вылет. Посмотрите, как далеко приземка находится. Это и была на самом деле такая высота, ну то есть такая, короче, я не знаю, как это вам объяснить. Короче, это была такая ширина яма, то есть она такая должна была быть изначально. Напомню, как ГЭП сказали, они выкопали эту яму специально, настолько глубоко. Для того, чтобы можно было бы сделать вылет, сделать прозем и пулять через эту яму. Но эту яму практически не все могли преодолевать, насколько я помню. Илюха пытался эту ямку прыгнуть после... Ну, короче, он пытался эту ямку перепрыгивать, он прыгнул здесь не один раз. Коля тоже прыгнул не один раз. Это был настоящий экшен с этой ямой. При этом я еще тут такой зал замутил, такой трэш дикий просто с этими вылетами, с проземами,
60 сантиметров. Просто молодец, Олег. Классно строишь вылеты. Да. Скажу я себе в прошлом, да пошел ты в жопу, Санек, с этими маленькими приземками и вылетами. Я на твоем месте сделаю получше вылет и посмотри на то, какой у меня сейчас велик. Покупай велик, делай обалденные вылеты и катай, сколько тебе влезет. Да, я сейчас сделал за последнее время свои собственные три вылета, ну они, конечно, не такие, но там вылеты с прозомками по 2,5 метра. Там нужно летать прям довольно-таки нормально. Хотя и новички там прыгают тоже не очень. Я видел недавно, последний раз, когда пацаны впервые прыгали эти горки, один едва не убрался перед последним вылетом, просто приземляет неровно и вот так вот весь. Один тогда упал, сломал себе колесо. А, да, там было. Для них эти вылеты маленькие, идеальные очень. Блин, ребят, это для меня сейчас очень тяжелый ролик, которым я сейчас объяснял максимально. Я хочу реально закончить. Чтобы вы понимали, что происходило в 2016 году. Теперь вы видели все, вы видели и знаете то, что происходило, да. Это жесть. Ребят, не спойлерите больше. Я сейчас стал... Да, кстати, вот этот вылет, который справа стоит, который я делал с маленькой горкой и вот этой вот дикой ямой, он так и остался. Лет 5 там находится уже. Да, ребят. Короче, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Конец дикого трэша. Всем пока-пока.